4 марта 2023 года. Снимаю орех Гарибальди. Крупные очень сережки. И буквально все облеплено пчелами. Сейчас покажу основание пока. Кустику 3 года. От посадки. Брал я его у Виталика садовода. Для, как хороший опылитель. Для сорта трапезунд. Гарибальди и Кирасунд. Самые лучшие сорта для опыления трапезунда. У трапезунда ядро крупнее, но оно не наполненное полностью. А у этих сортов более наполненное ядро. И, соответственно, там есть показатели по жирности, по многим параметрам. Так что это хороший орех. И для пчел мне пригодился. Сейчас надо снимать с солнечной стороны. Гарибальди. Здесь буквально все облеплено. Сережки облеплены пчелами. Хороший пыльценос ранний для пчел. Орех фундук Гарибальди. Сделал ему затишек. Затишки пчелы предпочтительнее. Затишек работать они. Вот цветочки показал тоже. Цветут в одно время с кирасундом. Трапезунд уже раньше это отцвел раньше. В обед пчел еще больше собралось, чем снимал 2 часа назад. Тогда было много пчел, но сейчас еще больше. Сделал дубль.